Какие темпы роста композитов в России? Но мы видим, очевидно, двузначные цифры. Да, абсолютный объем пока незначителен, как в России, так и в мире. Сталь – 2 миллиарда тонн, композиты – 20 миллионов тонн. Но темпы роста, ну, просто как минимум двузначные. Я не знаю, мировые цифры, честно говоря, не остались в памяти, но российские темпы роста очевидно за 20%. По факту за прошедшие 3 года. Это тот глобальный тренд, в котором Россия участвует, и который на стороне виден не хуже, чем в Соединенных Штатах, или в Японии, или во Франции. Он не единственный, есть другие глобальные тренды такого же качества. Это, например, освещение. Вот у нас с вами здесь обычные лампы накаливания в этой чудесной хрустальной люстре. А вот в этих прожекторах, которые мне слепят глаза, это светодиоды. Мы ясно видим, что переход на светодиодное освещение – это базовый технологический тренд в светотехнике всех применений. Офисная, уличная, специальная система светотехники от медицинских операционных до фонариков бытовых. И мы видим цифры по темпам роста рынка светодиодного освещения в России 18% в год. 18% в год. А ВВП, напоминаю, 1,5. Я привел примеры, так просто вот навскидку, тех отраслей, в которых очевидный потенциал роста значителен. И в этом смысле, повторю еще раз, мы не являемся какой-то особой страной. Не знаю, там, на память темпы роста американского рынка светодиодного освещения, думаю, они примерно такие же. Ну, может быть, чуть даже поменьше, там 10-12% наверняка, абсолютно уверен, там есть. Это примеры глобальных трендов в сфере наноиндустрии, в которых наша страна сегодня участвует.